Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Как вы думаете, где мы сейчас находимся? Вопрос на засыпку для тех, кто знает Аланию. Пишите в комментариях, где мы находимся. Ну и, конечно же, дальше по этому видео вы уже узнаете. Сейчас... Сколько сейчас время? Седьмой час. Солнце уже заходит. Конец сентября. Солнце заходит намного раньше. И вот такой вот закат, на фоне которого можно купаться. И все купаются. Да, погода очень... Погода теплая, вода супер теплая. Просто, вообще. Приезжайте в сентябре к тебе. Не влажно, не холодно, не жарко. В общем, самая крутая погода, которая может быть. Вы уже написали в комментариях, где мы находимся? Ну и, конечно же... Кто знает, написал Махмутлар, тот, кто не знает, мы находимся сейчас в Махмутларе на набережной. Опять, да, что-то мы зачастили в Махмутлар. В общем, мы приехали по кое-каким делам и одновременно покажем вам, что здесь есть интересного. По набережной вечером и особенно днем народ любит кататься на велосипедах, на роликах, прогуливаться с детьми. В общем, здесь вот такая вот классная набережная, очень много пляжных баров, достаточно хорошая обустроенная территория. И мы уже сейчас идем на улицу Мехмет-Чакыр, одна из центральных улиц. И зайдем, конечно же, сегодня в кафет. Так вот выглядит центральная улица Махмутлара, называется улица Барбаросса. За этой центральной улицей, параллельно ей, идет улица Ататюрка. В общем, Махмутлар делится на три улицы. Это набережная, вот эта улица Барбаросса, и следующая за ней улица Ататюрка. Ну а дальше уже горы и комплексы резиденции, которые расположены в горах. На этой улице расположено очень много ресторанов, кафе, магазинов. Ну и, конечно же, рынок во вторник проходит тоже рядом с этой улицей. Здесь еще много отелей и очень-очень плотная застройка различными жилыми комплексами. Как я говорила в предыдущем видео про Махмутлар, когда мы здесь жили, сколько мы лет назад здесь жили? Пять лет назад здесь не было так все застроено. Вот эти вот современные комплексы были построены на месте старых зданий. На противоположной стороне расположен такой же дом, и рядом с ним вы видите тоже старое здание. И как в других видео я показывала, постепенно вот эти все старые здания сносят, и на месте старых зданий строят вот такие вот новые резиденции. Насколько плотна застройка в Махмутларе, насколько плотно, вы можете посмотреть вот на этом примере. Один дом, второй дом, третий, чуть поодаль четвертый, но очень-очень плотно все застроено. И там, вот видите, тоже даже спереди видно. И перед старым домом виднеется новый дом. Постепенно все эти новые дома вытесняют старые. Махмутлар постепенно обновляется. Ну, не постепенно, но достаточно быстро. Вот эти дома здесь построили... Вот эти дома с балконами построили, когда я здесь жила. И первая квартира, в которой я жила, находилась у меня вот в этом доме. Там была очень классная квартира. Сейчас мы уже пришли на улицу Ататюрка. Ее тоже очень плотно застроили и до сих пор, вот вы видите, застраивают. За улицей Ататюрка расположено много-много резиденций. И давно мы не были на этой улице. Мам, помнишь, когда мы здесь жили, здесь ничего этого не было? Ну, были дома какие-то, да? Были дома. Но вот этого вот ничего не было. Вот дороги здесь не было, помнишь, вот этих вот тротуаров? А сейчас, даже построили, смотрите, даже построили велосипедную дорожку. В общем, магазинчики. Да, постепенно здесь все облагораживают. Вот эти вот комплексы, которые находятся на Ататюрке, они достаточно старые. То есть этим комплексом уже, наверное, лет 15. Ну,
10 точно есть. А вот этот зеленый автобусик едет прямо в самый центр Алании. И эти автобусы идут с улицы Ататюрка, Барбаросса, центральной улицы, и с набережной. То есть, если вы в него сядете, проезд стоит 3 лиры, вы обязательно приедете в центр Алании. Слушай, я даже не узнаю, где мы идем. Ну, в смысле, где наш старый дом, и там был выход. Да? Да. Сколько домов, смотри. Прям пока вообще. Дома красивые, но очень плотно прям друг к другу стоят. Как они все это строят? Быстро. Насколько качественно или нет, неизвестно. Но... Строят быстро, строят качественно и некачественно. Это каждый дом по-разному. В общем, дома красивые. Дома красивые, все разные такие. Очень много новых резиденций понастроили, посмотрите. Ничего здесь не было. Очень современный город стал. В Махмутларе также есть рыбный магазин. Вы здесь можете купить рыбу, и вам ее могут также приготовить. Цены на рыбу 20 лир килограмм. Есть какая-то по 120. По 65, 55, по 40. Ну, в общем, средняя цена 35-40 лир за килограмм. Кстати, пишите в комментариях, какую рыбу вы любите больше всего. Я больше всего люблю треску. Мы продолжаем идти по улице Ататюрка. Улица очень классно облагорожена, сделаны тротуары, брусчатка на дороге. Здесь вот есть свадебный салон и вот такая вот небольшая местная больничка. Также здесь много магазинов, мебельных, парикмахерских. И построено очень много резиденций жилых класса люкс. Также на этой улице остался вот такой вот старый дом, хозяева которого, ну, видимо, не хотят никуда уезжать. У них до сих пор здесь пасутся козы, овцы, коровы. И мэрия для того, чтобы когда они облагораживали улицу, видите, даже до их подъезда провели, выложили брусчатку, ну, и сделали более или менее такой вот приличный и красивый вид. А люди живут в своем частном доме, не хотят его продавать. Земля здесь стоит очень дорого, но они привыкли жить на своей земле и никуда не уезжают. А еще, гуляя по Махмутлару, мы обнаружили вот такую небольшую фабрику по сортировке бананов. Вот сюда подъезжает машина, привозит бананы с ближайших плантаций. Далее бананы вешают вот на такие вот крюки, общипывают там цветочки. Дальше бананы двигают вот туда вот, их обрезают и кладут вот в этот бассейн, видишь, отмачиваться. И дальше эти бананы фасуют вот в эти вот упаковки и отправляют уже в Стамбул или куда-либо. А вот здесь расположена пекарня и вот такая вот огромная булка. Представляете, кусок хлеба. Она больше меня ростом, наверное, 3 метра точно. Огромный батонище. Я надеюсь, вам видно. В общем, только гуляя по маленькому Махмутлару, вот столько у нас много открытий. Мы уже вышли на центральную улицу, на улицу Барбаросса. Мам, как тебе Махмутлар изменился? Не узнать. Изменился, не узнать, это точно. Тебе понравилось? Да, мне очень нравятся здесь дома. Очень красивые дома строят. Быстро турки строят, красиво. И все разные. И все разные, очень красивые. И внутри, и снаружи. Дома просто нереально красивые. Ну да. Новые комплексы особенно. Сейчас все старые дома сносят и отстраивают только... Какие-то такие даже интересные формы домам придают, балконам. В общем, приезжайте в Махмутлар, в Аланию, сами смотрите, потому что в Алании не так много новых комплексов, потому что Алания вся застроена старыми,
и постепенно будет перестраиваться. А в Махмутларе было больше свободной земли, поэтому изначально здесь застроили все новыми домами. Ну как новыми? Сколько? Самому старому комплексу в Махмутларе, ну, порядка 25-20 лет точно есть. Находится он в самом начале Махмутлара. Евро-резиденс, так называемый, он был... Это самый первый комплекс высокоэтажный, который был построен для европейцев. А потом уже стали застраивать по всей территории. Особенно днем, когда идешь, все это видно, да? Сейчас темно, поэтому не очень. А вот днем, когда идешь, очень красиво. Ну, днем, вечером тоже прикольно, много огонечков таких. Все освещается, прохладненько, так хорошо. Мы уже отдаляемся от центра, идем в сторону Алании по центральной улице. Здесь тоже много разных кафешек. В общем, на центральной улице много всего. И магазинов, и кафе, и почта, и пекарни, и обычные супермаркеты, и маленькие магазинчики. В общем, если вы приедете сюда отдыхать или жить, многие иностранцы выбирают Махмутлар для жизни. Поэтому все, что вам необходимо, будет у вас в пешей доступности от вашего местонахождения. Также в Махмутларе, как и в Алании, везде поставили вот эти вот ящики, куда вы можете приносить одежду, игрушки и так далее в хорошем состоянии, которые вам уже не нужны. Они здесь практически, ну, в каждом квартале точно есть. А также в городе очень много вот таких вот фонтанчиков, где можно помыть руки в жаркую погоду. И из некоторых таких можно пить. Я не знаю, можно ли пить из этого фонтана, здесь должно быть написано, но руки можно точно помыть. Также из Алании в Махмутлар и обратно вы можете доехать на автобусе 1, 2 или 3. Проезд также стоит 3 лиры, но автобус не идет в центр Махмутлара, а доезжает только до начала Махмутлара. Вот такой вот у нас получилась интересная прогулка. Кто устал? Я устала. Я тоже устала, поэтому мы едем домой отдыхать. Всем всего хорошего. Пока-пока.